Карта или наличка? Чем сегодня пользуются россияне? По статистике, популярность пластиковых носителей постоянно растет, и в будущем они могут потеснить привычные нам купюры и монеты. И на это есть ряд причин. Карта зачастую не только удобнее, компактнее и безопаснее, но и обладает рядом параметров, которых нет у наличных. Например, это бонусы, кэшбэк или беспроцентная рассрочка на все покупки. Рассрочка – известный и проверенный способ оплаты товара не сразу, а на протяжении некоторого периода времени. Обычно условия по рассрочке устанавливает продавец, но есть исключения, когда правила диктует покупатель. С кредитной картой рассрочка на все от банка «Восточный» предоставляется беспроцентная рассрочка абсолютно на все покупки, а также на снятие наличных. Срок ее 90 дней, лимит карты до 300 тысяч рублей. Пластиковые карты несут в себе огромный потенциал, которым наличные похвастаться не могут. Главное – выбрать ту, которая даст максимальный комфорт для достижения ваших целей.